Сегодня в Петрозаводске открылся второй международный православный хоровой фестиваль-конкурс «Юные голоса Онега». Фестиваль входит в международный культурно-просветительский проект, приуроченный к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского в 2021 году. Призвать, пригласить молодых людей, детей, будущее наше поколение к тому, чтобы, во-первых, ближе познакомиться с образом благоверного князя Александра Невского, который сыграл невероятно значимую роль для нашей истории всероссийской. И, конечно, через музыку приобщить к нашему богатому слою православных традиций. Петрозаводск, Медвежьегорск, Санкт-Петербург, Москва, Ярославль, Иваново и Таллин. Пока 8 хоровых коллективов смогли поучаствовать в конкурсе, но фестиваль только набирает обороты. Мы будем расширять его и географически, и по количеству детей, и по количеству коллективов. Просто все постепенно. Да? Это немножко ограничено и емкостью гостиничного фонда, и количеством денег, которые можем выделить на конкретный фестиваль. У нас он не один, у нас их несколько, да? Но, разумеется, мы будем расти. Мы, собственно, для этого и все это и делаем. Около 400 молодых голосов звучат сегодня в Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова, завтра в музыкальном колледже имени Раутева и в заключительный день фестиваля 7 июня на сцене Петрозаводского госуниверситета.